Sehr geehrte Zuschauerin, sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Medienkommentar. Уважаемые дамы и господа, что вы ожидаете от Организации по правам человека? Должна ли она, по вашему мнению, способствовать тому, чтобы не допускать военных столкновений? Хотите ли вы, чтобы она предоставляла вам проверенные, объективные и соответствующие истине сообщения, которые помогут вам самим сформировать свое мнение? Приложив эту мерку, мы хотели бы критически пересмотреть следующее сообщение Amnesty International об ужасных событиях в начале мая в Одессе на Украине. Хотя на своей интернет-странице Организация по правам человека Amnesty International сейчас требует, чтобы шокирующие события в Одессе были основательно расследованы, она все же довольно ясно излагает свой взгляд на эти вещи. Прочитать можно следующее. Видеокадры, имеющиеся в распоряжении Amnesty International и Human Rights Watch, а также интервью, которое Human Rights Watch вела с очевидцами, доказывают, что противоборствующие группы боролись друг против друга с дубинками, бутылками с зажигательной смесью, кусками асфальта и подобным. О том, что имеются другие видеокадры, открывающие совсем другой взгляд на события, не сообщается. На основании этих видеосъемок выявляется совершенно другая картина, а именно, что не было никаких боев противоборствующих групп, как описывает Amnesty в своем сообщении, но взвинченный прокиевский сброд, скрывавшийся под маской футбольных хулиганов, атаковал мирных, невооруженных граждан Восточной Украины, среди них и беззащитных женщин и детей. Дальше Amnesty сообщает: «В здании вспыхнул пожар, и люди оказались в огне». Конец цитаты. Но и здесь, на видеокадрах, снятых очевидцами, видно, что здание Дома профсоюзов активно поджигалось прокиевскими активистами и украинскими силами безопасности при помощи бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, Amnesty International в своем сообщении об Украине упоминает: причиной смерти также были огнестрельные ранения. Однако из этого сообщения не видно, что жертвы, которые, по словам очевидцев, смогли выбежать из Дома профсоюзов, были просто расстреляны с близкого расстояния. Вывод. Если Amnesty International действительно хотела расследовать ужасные события в Одессе, тогда одновременно с требованием расследования должны были бы браться во внимание и кадры тех очевидцев, которые показывают другой взгляд на события. Это придало бы намного больше веса этому требованию. Почему это до сих пор не случилось, поднимают серьезные вопросы. К сожалению, это напоминает разгоревшуюся в 90-х годах войну в Ираке. И тогда это была организация Amnesty International, которая распространила слух, известный сегодня под именем «Ложь об инкубаторе для недоношенных младенцев». Известное ложное сообщение о том, что иракские солдаты якобы издевались над кувейтскими младенцами. На этом основании Сенат США дал согласие на войну в Персидском заливе. Остается надеяться на то, что Amnesty International эффективно выполнит выбранную ей самой задачу, которая не абстрактно, а совершенно конкретно гласит выступать против грубых нарушений прав человека, в том числе это касается и бойни в Одессе, чтобы не нужно было вспоминать народную поговорку «Кто один раз солгал, тому не верят». Уважаемые зрители, подводя итог сегодняшней передачи, мы призываем к просмотру наших многочисленных, тщательно проверенных передач, прежде всего касающихся крайне напряженной обстановки на Украине. Информируйте себя сами, сформируйте свое собственное мнение, а также дайте и другим людям возможность сформировать свое зрелое мнение посредством голоса «против» на Кляги Маур ТВ. Спасибо и до свидания.